Как правило, они представляют целостные номера, не разбивая ни мелодию, ни, собственно, танец на какие-то отдельные куски, и это очень-очень нравится публике. Ну, а их фотографии можно встретить в огромном количестве изданий и интернет-сайтов. Нелли Жиганшин, Александр Гажа, Германия, 7-е место после первого дня соревнований. Невозможно не улыбаться, глядя на вот это шикарное исполнение произвольного танца спортсменами Нелли Жиганшиной и Александром Гажа. В конце концов, ведь любой спорт существует для зрителя. И если сравнивать